Проверка, друзья, звука, видео. Скажите, как слышно нас, меня? Всем привет. Надеюсь, слышно меня хорошо. Ага, здорово, молодцы. Итак, народ подтягивается, ну а мы уже можем начинать. Меня зовут Дмитрий, Гармин. То есть я являюсь одним из организаторов проекта продвижения. И сегодня я вам расскажу о нашем проекте, презентацию, как ее нужно рассказывать. Во всяком случае, как я ее рассказываю. Если у вас будут какие-то вопросы, если вы хотите задать, постарайтесь все вопросы придержать на конец презентации, чтобы меня не сбивать, чтобы в середине вопросов было чуть поменьше. То есть я занимаюсь этим бизнесом уже 6 лет. Вот, в интернете мы уже больше, чем полтора года этим бизнесом занимаемся. И сегодня моя цель, чтобы вы услышали ответы на следующие вопросы. В чем смысл нашего бизнеса, что здесь нужно делать, откуда берутся деньги, кто вам будет помогать и что можно получить в результате проделанной работы. Вот такие простые вопросы, которые, наверное, актуальны к любому бизнесу. И мы постараемся сегодня с вами на эти вопросы получить ответы. Итак, для кого же подходит наш проект? Кого же мы можем сюда приглашать и кого мы можем позвать, чтобы построить здесь бизнес? И вот список, да, например, если вы мама в декрете, сидите дома, и у вас еще в декрете сидеть 2-3 года, то без проблем вы можете присоединиться к нашему проекту и начать здесь работать. Либо вы просто человек, который сидит дома по какой-то другой причине. У вас есть компьютер, у вас есть интернет, и вы тоже можете начать с нами работать. Ничего здесь страшного нет. Да. Возможно, у вас просто есть свободное время, и вы хотите это свободное время с пользой потратить. Возможно, вы работаете 2 дня, 2 дня отдыхаете, и вы тоже нам подходите. Может быть, несмотря на то, что вы много работаете, вас все равно не устраивает уровень вашей жизни, и вы хотите его улучшить. Мы можем помочь вам, улучшить как финансовую часть вашей жизни, так и показать, какие преимущества есть в нашем бизнесе, и как можно научиться не столько много работать, как раньше, но при этом намного больше зарабатывать. Возможно, вы живете в маленьком населенном пункте, может быть, в какой-то деревне, где нет работы или ее настолько трудно там найти, и если она есть, то очень низкая оплачиваемая работа, и вам хочется, скажем, зарабатывать больше, чем у вас в вашем населенном пункте есть возможность найти. Да, мы можем найти таких людей и научить их хорошо зарабатывать. Возможно, вы человек, который просто ищет хорошую перспективу и хочет построить свой бизнес, либо построить свой семейный бизнес. И хотите не просто, скажем, найти работу, да, а найти очень серьезный проект, которым можно заниматься всю жизнь и где есть очень хорошая перспектива. Этот пункт ко мне относится, это я тот человек, который пришел сюда на перспективу. Меня интересовала, скажем, деятельность, где бы я видел, чего можно добиться через 10, через 20 лет, а не просто сидеть и не знать, что будет через полгода, там, и непонятно, куда движешься. Да? Ну, конечно, просто если вы человек, которому нужны деньги, который, может быть, просто начинает свой, скажем так, путь, и вы еще молодой человек, которому, скажем, нет опыта работы, и вы хотите добиться больших результатов в жизни, и это очень хорошее время для вас,
потому что наш проект позволяет даже без какого-либо опыта прямо с нуля начинать учиться, начинать работать и через 2-4 года добиваться просто потрясающих результатов. Как видите, проект подходит очень большому количеству людей, и, возможно, здесь можно включить пункты, которых еще нету. Я надеюсь, что вы тот человек, к которому проект подойдет. Что же мы предлагаем? Мы предлагаем вам бизнес под ключ. У нас есть готовая рабочая система, которая проверена. Проверена уже не на десятках, а уже на сотнях людей. И она дает очень хорошие результаты. Наш бизнес можно построить абсолютно без финансовых вложений и рисков. То есть это значит, что несмотря на то, что мы не можем гарантировать, что каждый тут будет зарабатывать там сотни тысяч рублей, но мы можем дать возможность попробовать любому человеку, попробовать себя в этом бизнесе каждому, попробовать поработать в нашей системе, в нашей команде, пользоваться ресурсами нашей команды, без каких-либо рисков вообще. То есть вы можете прийти сюда и ничего не потерять, даже если у вас не будет результата. Если вы не любите продавать с рук и вам это не нравится, да, то есть наш проект позволяет делать абсолютно без продаж. Мы можем научить вас, как ничего не продавая, с помощью работы своей головы, с помощью организаторов и своих способностей, очень хорошо зарабатывать. Наш бизнес выстроен таким образом, что он не привязан к одному месту. И вы можете, скажем, уехать в отпуск на море и продолжать работать оттуда. Для работы нужен компьютер или ноутбук с подключенным интернетом. И мы это уже на себе пробовали. То есть, когда мы были на море, все так же работает, как и из дома. Вы можете построить здесь график таким образом, что ваш бизнес будет в удобное именно для вас время. Да? То есть вы можете сами планировать и организовывать работу своей команды. Ну, это немножко в будущем. Сейчас, скажем, вы приходите и работаете по нашему расписанию. Но через какое-то время вы поймете, что вы более самостоятельны и можете очень хорошо планировать. Сегодня наше онлайн-обучение и помощь от команды уже построена, да, то есть система выстроена. Система обучения очень сильная. У нас огромное количество людей, которые являются уже спикерами, которые в теме, которые могут поделиться своими знаниями, опытом. Все это бесплатно. И вы можете огромное количество информации получать практически ежедневно, изучать те методы и наработки, которые есть в команде, быстро их внедрять в себе, пользоваться всеми вот этими ресурсами, когда мы обучаем и вас, и вашу будущую команду, которая у вас растет. И именно это, да, дает в итоге хороший результат. Наш бизнес действительно настоящий, его можно передать по наследству, да, и через какое-то время, когда проработав здесь, скажем так, несколько лет и построив очень серьезный, скажем так, товарооборот, этот товарооборот будет большим и работать за счет вашей построенной команды, и все ваши доходы, которые вы будете иметь, эти доходы будут принадлежать вам, которые можно отдать или подарить родственнику, либо оставить по наследству. И это значит, что проработав здесь много-много лет, вы обеспечите не только себя, но и всю свою семью на долгие годы вперед. Так, и дальше. Чем же мы занимаемся, да? Как этот бизнес работает? Представьте, что существует такой огромный международный интернет-магазин. Он продает товары массового спроса. И компания, которая является производителем этой продукции, продает товары эти массового спроса, продает их по разным странам, осуществляет свою доставку и готова с нами делиться прибылью. То есть мы получаем процент с организованного потока покупателей в этот интернет-магазин.
И наша работа делать так, чтобы большое количество людей делали покупки, и желательно делали эти покупки регулярно, становились лояльными потребителями. Наш бизнес – это сотрудничество с огромной международной корпорацией, которая сегодня является уже компанией-гигантом, то есть это компания Reflame. Шведский гигант, который является самой крупной компанией прямых продаж на рынке Европы, и на сегодняшний день входит в двадцатку самых крупнейших компаний прямых продаж с многомиллиардным товароворотом. То есть Reflame – это та компания, которая уже точно не уйдет с рынка. Это одна из самых богатых компаний. И самое главное, что у Reflame сочетаются очень уникальные такие вещи, как бизнес-возможности и наличие очень хорошей продукции. То есть очень мало компаний, а возможно даже не с чем сравнивать, когда такое сочетание есть у нас, значит, в России, и мы можем ими воспользоваться, этими сочетаниями, когда мы не просто, скажем, можем сотрудничать с компанией, используя ее маркетинг-план, да, там, зарабатывать деньги с товарооборота, но и работать таким продуктом, который вызывает доверие у огромного количества потребителей, и цена продукции, и ассортимент, и новинки – это то, что нравится огромному количеству людей, и благодаря этому работать, ну, скажем так, не просто легче, а намного проще по сравнению с какими-то другими компаниями-конкурентами. Мы специально для компании Reflame разработали систему работы. Мы ее разработали с июля 2013 года. То есть мы поменяли ту систему, которой работали раньше. То есть если при слове Reflame большинство людей, скажем так, думают, что это распространение, продажи по каталогам, и это действительно, скажем так, есть такая система, то мы эту систему поменяли. И мы научились работать исключительно через интернет, исключительно работая на компьютере, не выходя из дома, можно это делать, бесплатно обучаясь, да, и получать значительно быстрые результаты, чем мы до этого получали ранее, работая по старой системе. Скажем так. Да. Что же нужно делать? Да? В чем же заключается работа? Действия, которые нужно для того, чтобы работать в нашем проекте, для того, чтобы работать в команде, очень простые. То есть это действие, которое может повторить в принципе практически любой человек. И это один из секретов, то, что здесь, скажем, можно получить большой результат. То есть нам подходит, или, скажем так, практически любой человек, придя в нашу команду, не найдет на первом этапе тех там трудностей, которые могли ему помешать. Да? То есть все ресурсы, которые требуются для работы, они уже, скорее всего, у человека есть. То есть интернет, там, компьютер, в котором уже не является роскошью для работы, скайп установить – это не проблема. Да? Итак, у нас есть действие, которое состоит из трех пунктов. Все три пункта важны. И много раз уже мы проверяли, если что-то одно не делаешь, система не работает. Поэтому, если у вас нет результата, да, и вы уже достаточно долго у нас в проекте, но вы видите, что там несколько месяцев нет результата, скорее всего, какой-то из один пунктов у вас страдает. То есть можете сами как бы о себе оценить, проверить. Итак, нам нужно научиться, ключевое слово научиться, приглашать людей на встречи. И несмотря на то, что это кажется, скажем, достаточно просто, ну там пригласить людей послушать презентацию, на деле это самый сложный пункт. То есть самое сложное в нашем бизнесе – это научиться организовывать очень большой поток людей на информационные встречи, на презентации, на индивидуальные, на вебинарные презентации. В общем,
самое сложное, да, как ни странно, это вот двигать людей с места, которым донести информацию нужно правильно. Все это мы обучаем у вас на вебинарах, и это пункт 2, то есть нужно, чтобы у вас появилась привычка регулярно ходить или посещать вебинары, посещать обучение, ходить на планерки, слушать вебинары, записи смотреть, в общем, начать учиться. И чтобы это ваше желание было нормальным, и вы должны четко понимать, что без этого обучения результата не будет. Если у вас, друзья, зависло, напишите, потому что один человек написал. Если не зависло, значит попросите, напишите человека, что все хорошо. Все отлично. Так, третий пункт – это покупать себе. Многие люди покупать себе считают самым сложным, но уверяю вас, через какое-то время вы поймете, что это не просто легко, а это еще и выгодно. Да, покупая себе продукцию со скидкой от 18 до 80%, вы будете получать огромный ассортимент товара с очень большим дисконтом и очень хорошего качества без подделок. Ну, теперь давайте о всем этом немножко поподробнее поговорим. Итак, приглашать людей. Как называется проект? Мы сейчас рассказываем о проекте команды продвижения. То есть именно так он и называется. Да? Итак, первое, что нужно делать, да, то есть организация потока людей. Если вам говорят, что есть какой-то бизнес, да, где не надо приглашать людей, ну, минимум, что это лукавство, да. Дело в том, что в любом бизнесе, в любом абсолютно, неважно каким традиционным, нетрадиционным, каким бы либо вы бизнесом не занимались, основная цель бизнеса – это чтобы большое количество людей покупали товары или услуги. Если вы это понимаете, да, то это очень хорошо. Да. Даже если вы занимаетесь производством, да, то есть, но ваша произведенная продукция не продается, то кому нужно такое производство, да, если нету сбыта? Поэтому основная основа любого бизнеса – это поиск. Поиск потребителя, поиск покупателя, ваших товаров или вашу услугу, которую вы производите в своем бизнесе, и компания Oriflame, с которой мы сотрудничаем, отдает эту работу именно нам. То есть мы те люди, которые для компании создаем вот эту вот огромную массу потребителей, покупателей, и именно эту работу мы делаем, проведя ее так, что тысячи людей становятся лояльными потребителями продукции компании, начинают это делать регулярно, покупают из месяца в месяц, из года в год. И наша задача научиться этих людей приглашать. То есть научиться ключевое слово, когда разные способы приглашения должны быть, скажем, в итоге давать вам результат какой-то, да? А как показывает практика, очень многие новички на этом этапе застопориваться. У нас есть специальные школы на эту тему, есть огромное количество уже записанных вебинаров. Поверьте, если у вас не получается, да, вот на этом пункте, это абсолютно нормально. То есть я, например, тот человек, который, придя новичком в команду, и моя задача была то же самое, приглашать людей, то есть за первые 3 месяца работы я не смог зарегистрировать ни одного человека с заказом. То есть лично я, то есть там с опытом работы в своем бизнесе 20 лет, придя сюда и думаю, что, о, что может быть простого, приглашаю людей. И как оказывается, у меня первые 3 месяца результат был ноль. Сегодня я смотрю, как сдуваются люди через 3 дня работы, через неделю работы, да, через 2 недели работы. То есть большинство людей, не получив быстрых каких-то результатов, а первые результаты – это регистрации, которые видимы. То есть не получив этих результатов, очень быстро, скажем так, демотивируется,
считает, что бизнес почему-то не работает и, соответственно, бросает. Да? Поэтому хочу вам поставить такую прививку. Да? То есть набирайтесь терпения. Поверьте, чтобы хорошо зарабатывать деньги, реально нужно чему-то научиться. Именно поэтому компания Reflame платит такие деньги. А платит она, поверьте, очень хорошо. Именно поэтому она платит такие деньги, что это бизнес непростой. Именно поэтому получают хорошие деньги те люди, которые умеют делать то, что большинство не умеет. А что это такое, да? То есть нужно научиться грамотно разговаривать с людьми, научиться передавать информацию, научиться сдвигать людей с места. И даже обладая суперпрофессиональными навыками, все равно вы не сможете, скажем, приглашать и рекрутировать 100% кандидатов. Да? Даже если вы топ-лидер там, с самым крутым чеком, да, и так далее, все равно, уверяю вас, даже у самых лучших не получается рекрутировать 100%, а если результат 30%, это уже очень хороший результат. Результат 50% регистрации, это просто там, супер результат. Да? А для новичков, я бы так сказал, что там результат 5% это нормально. Да? Если у вас регистрируется каждый 20-й, это хороший результат. А просто постепенно этот навык будет улучшаться, у вас будет регистрация все лучше и лучше. И на этом этапе, то есть вы приглашаете людей, вы должны четко понимать, что вы учитесь. Если у вас не получается, просто потому что еще не очень профессионально что-то делаете. Итак, едем дальше. Посещать обучение. В принципе, бизнес, конечно, бы работал и от двух пунктов, да, теоретически. Там, покупай себе, приглашай людей покупать себе. И в теории это выглядит вроде как логично, да, что очень просто, да, там, купи себе, пригласи человека, расскажи ему один раз, и он, поняв смысл этого бизнеса, начинает делать то же самое. Но, как показывает практика, да, то есть вот без этого пункта, который называется обучение, ничего не работает. То есть людям, которые приходят в вашу команду, нужна мотивация, да, система мотивации, нужна поддержка, нужно прожевывать все до мелочей по много раз. Да, поэтому, если вы лично не посещаете обучение и вы не ходите на вебинары, ну, скорее всего, от результата не будет. То есть, во всяком случае, я не видел людей, которые не ходят на обучение, я их не вижу на планерках, и они там прямо растут, у них все больше и больше чек, да, там они больше зарабатывают. Нет, такого не бывает. Поэтому обучение очень важный момент. И поверьте, что мы стараемся вам передать всю информацию, мы стараемся с вами поделиться все, что сами знаем, все, что сами умеем. Так как компания нам платит деньги больше всего за ваш результат. То есть мы получаем деньги, помогая вам выходить на хороший уровень дохода. То есть для примера, если вы, скажем, пришли и вас научили зарабатывать 40 тысяч рублей в месяц, спонсор, который вас научил, он получает от компании примерно в два раза меньше вашего дохода. То есть вы получаете 40, он получает 20 тысяч. Если вы не получаете 40, уверяю вас, он 20 точно получать не будет. То есть не бывает такого, что вы пришли, ничего не зарабатываете, и люди, которые вас обучают, что-то зарабатывают. То есть, и поэтому на первом этапе, то есть когда мы обучаем новичков, когда мы вас обучаем, и вы еще на первых несколько месяцев там находитесь с нулевым доходом или там, с очень незначительным доходом, мы точно так же ничего не зарабатываем. Мы вкладываемся в вас, мы вкладываемся в людей, мы вкладываемся в обучение, и зачастую по несколько месяцев, иногда по 10 месяцев, там, может быть, с кем-то даже по 15 месяцев, мы работаем, не получая за это деньги, потому что получаем мы только тогда, когда человек выходит на более-менее приличный уровень дохода. Если я научил человека зарабатывать 3000 рублей, ну, поверьте, да, то есть я не заработаю больше, чем он. То есть мне компания заплатит очень небольшой процент того товарооборота, людей, которых мы обучаем. Поэтому считайте, что
Вас обучают, и людям выгодно, чтобы вы хорошо зарабатывали. То есть примерно по статистике спонсор получает в два раза меньше с вашего товарооборота, чем вы сами. Поэтому верьте то, что мы вам говорим. То есть мы никого не обманываем. Да? То есть все обучение, скажем, достаточно эффективное. И мы ничего не скрываем, потому что нам выгодно научить вас зарабатывать как минимум столько же, а желательно еще больше, чем вы сами. Чем больше, как вы понимаете, вы зарабатываете, тем нам выгоднее. Покупать для себя. Вот здесь у многих людей начинаются сомнения. Да? То есть вроде как мы говорим, что бизнес без вложения, а тут оказывается надо что-то покупать. Я бы согласился с вами, если бы это была не компания Replay. То есть действительно во многих компаниях принцип абсолютно такой же. То есть приходи в компанию, покупай себе продукт и приглашай людей покупать. Но компания Reflame ассортимент и группа товаров именно такой, который практически все люди уже покупают. То есть это те товары, которые вы в любом случае будете покупать, независимо от того, будете вы в Reflame или не будете. И как вы покупали их раньше, так вы будете покупать их в будущем. Это деньги, которые вы в любом случае тратите. Да? Вот напишите, пожалуйста, есть ли среди вас люди, которые регулярно покупают зубную пасту, шампуни, там, гели для душа, может быть, девушки покупают помады, парфюм и многое другое, то, что есть в ассортименте компании Reflame. Делаете ли вы такие покупки без компании Reflame? И делаете ли вы эти покупки по привычке? Да? Смотрите, нужно ли вам, скажем так, каждый день смотреть рекламу по телевизору, чтобы купить шампунь? Если вы не посмотрите рекламу, вы никакой шампунь не купите. Или никакой там кусок мыла никогда не купите. Да? То есть эти покупки и эти товары уже естественного спроса. Да? То есть давайте представим, что мы говорим с новичком, да, и не факт, что он покупает эту, как бы, варифу. Дело в том, что вокруг нас, скажем, 100% людей, давайте не будем брать тех людей, которые не молятся, да, мы таких не приглашаем, как вы понимаете, которые не молятся, но мы приглашаем людей, которые являются уже естественными потребителями этих групп товаров. И людям не надо доказывать, да, что там зубная паста – это тот продукт, который тебе нужно там каждый месяц покупать. Да. Так вот, компания Reflame, как я сказал, это уникальное сочетание, да, бизнес-возможностей и продукции. Дело в том, что мы работаем с той группой товаров и в том ценовом, скажем так, сегменте, в котором большинство людей уже попадает. То есть огромное количество людей, наверное, там 80, а может 90%, уже покупают абсолютно в той же ценовой категории продукцию и не лучше качеством, а зачастую иногда хуже качеством, чем есть в компании Reflame. Да? Вот те, кто уже, скажем, вот это увидел, да, и уже попробовал на себе, напишите, действительно вы видите, да, что покупая продукцию компании Reflame, вы, в принципе, тратите те же самые деньги, а иногда еще и меньше покупаете, точнее, меньше тратите, экономия на этом свой семейный бюджет. Да? И когда вот этот момент у человека наступает, да, что вы не просто заинтересованы строить бизнес, покупая продукцию, а вам действительно эта продукция начинает нравиться, она вам нужна, то есть она необходима. И более того, вы не видите в обычных магазинах лучше, что можно купить. Да? То есть я вот иду в магазин, и я вижу там турецкий парфюм, который подделочный, продается за 2-3 тысячи рублей. И я понимаю, да как можно вообще идти за 2 тысячи покупать то, что в Reflame там, за 500 рублей, за 600 рублей можно купить гарантированно настоящий французский парфюм и дешевле, и лучше. Да? И так далее. Да? И таких, скажем,
продукцию компании Flame вы постоянно находите все больше и больше. То есть, конечно, если брать 100% ассортимент, да, то есть невозможно, чтобы одному человеку все 100% там подходили группы товаров. Но так как ассортимент очень большой, я не верю, что человек не может для себя найти то, что им будет и подходить, и по цене выгодно, и так далее. Поэтому, придя в наш проект и начинаешь выполнять вот этот пункт, покупая себе, вы просто меняете место магазина. То есть то, что раньше вы покупали в обычном магазине, теперь вы покупаете в онлайн-магазине компании Alifay. То есть, а если вы понимаете, да, что это система, то есть это действие, которое необходимо для системы в бизнесе, то осознав, да, что в принципе, да, покупать продукцию и дешевле, и лучше, да, напрямую у производителя, и за это платят деньги, да еще какие деньги, то это не бизнес, это курорт какой-то получается. Да, что за такие условия, да, работы, ну, мало где вы найдете. Я согласился бы, да, то есть, когда есть компании, там, не будем называть, но вы там можете очень много головы придумать, когда продукция, которая там есть, просто либо экзотическая с непонятной ценой, которую никогда раньше люди не покупали, либо продукция, которая вроде бы как вам нужна, но опять же цена настолько завышенная, да, когда вы в 4, там, 8, а иногда и там, в 15 раз дороже, чем вы раньше тратили в обычном магазине. Так вот, Oriflame в этом плане уникальная компания, у нас продукция дешевле, чем магазин. Да? То есть, когда человек к нам приходит и начинает пользоваться продукцией Oriflame, он понимает, что он еще экономит. Да? Если он умеет грамотно пользоваться вот этими скидками, там, подарками и так далее, то выгода получается со всех сторон. Получается бизнес, где нет проигравших вообще. То есть мы что делаем? Мы отобираем рынок у конкурентов. Да? То есть мы перестаем покупать Procter & Gamble и становимся лояльными потребителями Oriflame. Oriflame и лучше, чем Procter & Gamble, и дешевле, да, и гарантированно без подделок, а еще оказывается за это деньги платят. Надеюсь, вот эту мысль правильно объяснил, да, и большинство людей поняли. Если есть какие-то возражения, да, то есть, ребят, по поводу покупать себе, вложение это или не вложение, можете написать, да, то есть, кто считает, что покупать себе это неприемлемо, что это там такие вложения, которые вы бы никогда в жизни без Oriflame не смогли сделать, да, то есть, и что вас мы заставляем покупать. Придется отказаться, да. Дело в том, что продукция Oriflame действительно хорошая, да, и компания в этом плане уже давно себя зарекомендовала. Ну вот видите, для сравнения, тут 300 рублей, 6 за 75 оказалось не хуже. Да? Сколько денег потеряли на это? Если вы новичок, да, то есть мы рекомендуем вам в среднем делать первые покупки от 700 рублей и выше. То есть если вы пришли, скажем, к нам и только-только начинаете, и вы не знакомы с продукцией компании Oriflame, и вы ее раньше там редко покупали, либо вообще не покупали, и вам нужно познакомиться, то 700 рублей это 10 евро. Вот если вы как бы сколько в гривнах, не знаю, 10 евро, короче. То есть чуть больше 10 долларов. То есть покупайте себе на небольшие суммы и изучайте продукцию компании Oriflame. 10 евро, наверное, это все-таки не 300 гривен. Я думаю, по-моему, что-то не... А, хотя, может, я ошибаюсь. 700 рублей, сколько там... Юля, для новичков, которые у нас приходят, мы не заставляем
делать там квалификационные баллы там для получения зарплаты. То есть мы рекомендуем, то есть наша система такая, что мы рекомендуем людям на первом этапе покупать себе от 700 рублей и выше, да, и как показывает практика, то есть через какое-то время, через несколько месяцев, то есть личные заказы людей естественным образом растут. То есть мы делаем работу таким образом, чтобы личные товарообороты людей увеличивались сами собой. То есть люди узнавали продукцию, слышали какие-то, скажем, вещи от той или иной продукции, то есть которые там показали очень хорошие результаты, там крема у компании Alifame очень хорошая. И ассортимент покупок у людей просто сам собой увеличился. 10 евро, то есть или 700 рублей, это раз в 3 недели. Компания Alifame имеет каталожный период, равен 3 неделям, 21 день. И вот каждый 21 день появляется новый каталог, там новинки, и мы опять делаем покупку. Да, раз в 3 недели. Смотрите, то есть нужно четко понять, да, что мы вас просим делать, в принципе, абсолютно те же действия, что делаем сами. То есть, и если вы приходите в бизнес и хотите бизнес построить по нашей системе, вы должны делать те действия, которые вы просите делать у своих новичков. То есть, если вы хотите, чтобы все ваши люди покупали, скажем так, на 1000 рублей, да, сами покупайте на 1000 рублей. Если вы хотите, чтобы все ваши люди каждый день приглашали людей на встречи, вы должны сами приглашать людей каждый день на встречи. То есть вы становитесь сам примером для других людей, и вы не можете просить людей то, что они сами не делаете. Если мы сейчас покупаем там на 200-400 баллов, а просим новичков покупать там на 20 баллов, да, то в принципе, скажем, мы делаем намного больше. Да, то есть мы со своей стороны, более требовательно к себе относимся, чем к новичкам. Понятно, да, Витя? Смотрите, это обязательная покупка каждые 3 недели. То есть, это рекомендованная нами обязательная покупка каждые 3 недели. Конечно, вы можете не покупать эту продукцию. Но, еще раз повторю, мы проверили, как работает система. Если вы не покупаете себе, то есть, люди, которые в вашей структуре, тоже начинают покупать меньше. Если вы начинаете покупать больше, то люди в вашей структуре начинают покупать больше. Я бы ответил на этот вопрос, наверное, как? Отнеситесь к этому как к бизнесу. Да? То есть вам задание, скажем так. Считаете ли вы это задание сложным или простым, решать вам. Сможете ли вы каждые 3 недели делать заказ на личный номер на 700 рублей. Сложно для вас это или нет? Как, вот, как бы ответьте на этот вопрос. Да? Сложная работа или трудная работа? Вот мне платят, там, скажем, неприлично большие деньги. Да? В принципе, за такую же работу. Да? То есть большинство людей почему-то считает, что бизнес должен быть настолько легким, что напрягаться вообще не нужно. Если вы, скажем так, не можете там купить себе на 700 рублей, то есть, ну, не нашли, ну, ё-моё, ну, покажите каталог, отнеситесь к этому как к своей работе, да, отнеситесь к этому как то, что вам нужно в какой-то момент все-таки как-то напрягаться. Делаю на 200-400 баллов, меня никто не повторяет, ну, как же. Я тоже делаю 200-400 баллов, смотрите, нормально все, повторяю. То есть, Людмила, то есть, наберитесь терпения, вы должны понимать, что не 100% людей вас повторяют. Смотрите, у меня 15 тысяч человек, я делаю 200-400 баллов. Это вовсе не значит, что все 15 тысяч человек делают по 200-400 баллов. Это значит, что если вы делаете 200-400 баллов, вам намного легче рассказывать людям своей команды о том, что это реально, что это спокойно делается, и какие-то навыки вы можете передавать людям. У вас увеличивается товарооборот в команде, если вы лично умеете это делать. Вот и все.
Так, тема интересная оказалась. Ну ладно. Ладно, едем дальше. Откуда же берутся деньги? Ну вот смотрите, например, мы создали под вас вместе с вами команду из 1000 человек. То есть и эти 1000 человек регулярно пользуются продукцией компании Reflame, покупая что-то себе. Кто-то меньше делает покупки, да, кто-то больше. Кто-то покупает на 500 рублей, а кто-то покупает на 1500 рублей. Может быть такое, да. Средняя покупка чека 1000 рублей. Если 1000 человек в среднем покупает по 1000 рублей, по 100 рублей, то это уже 100 тысяч рублей товарооборот. Но, как вы понимаете, большая часть людей будет делать значительно больше покупки. Если брать, скажем, мою команду, да, то есть у меня статистика по команде, то есть человек, если делает покупку, он в среднем делает на 1500 рублей. То есть это лично моя статистика, да. То есть у меня в команде средняя покупка 1500 рублей. Но представьте, что там 1000 человек купило там по 100 рублей. Это как бы легче поверить для новичка, и легче объяснить, откуда берутся деньги. То есть 100 рублей это 1,5 евро. Если вам евро нужно, это вообще ни о чем. Бутылка воды в Италии, да, столько стоит. Итак, компания примерно в среднем менеджер выплачивает 10% с товарооборота. Скажем, если на 100 тысяч сделала ваша группа товарооборот, вы получили 10%, 10 тысяч рублей. Напишите, кто быстро умеет считать. Если каждый купит в среднем по 1000 рублей, какая будет зарплата? То есть вот в среднем по 1000 рублей или по 15 евро. 10 евро кому-то интересно. Какая зарплата будет? 100 тысяч рублей. Да? Смотрите, 100 тысяч рублей, если 1000 человек купило в среднем по 1000 рублей. А может быть такое, что среди этих 1000 людей нет ни одного продавца. Просто люди пришли в онлайн-магазин, сделали заказ. Кто-то на 500 рублей, кто-то на 1500 рублей. И купили себе и своей семье. Смотрите, нет, может быть ни одного продавца быть. И действительно такое бывает, да? И мы систему именно так и строим. Смотрите, нет ни одного продавца, а вы заработали 100 тысяч рублей. А как такое бывает? Вот многие спрашивают, как зарабатывать, можно зарабатывать, ничего не продавая, если у вас нет продавцов. А вот так и бывает. Вот, то есть, в принципе, вроде сейчас все очевидно, да? То есть, 1000 человек купили по 1000 рублей, наш доход 100 тысяч в месяц, да, если они за месяц сделали такой товарооборот. Но если среди них нет ни одного продавца, откуда как бы берутся деньги? Вот многие не понимают. Потому что продавец является сама компания Reflame. Компания Reflame является и производителем продукции, и доставляет эту продукцию, и является продавцом. То есть Reflame и есть продавец. Компания, продавая эту продукцию людям, нам не надо искать продавцов. Компания есть продавец. Нам нужно искать потребителей. И поэтому мы зарабатываем деньги не потому, что мы много продали, а потому что мы организовали большое количество людей, которые делают покупки. То есть если бы мы пытались продать на этот миллион рублей, вряд ли бы у нас это получилось. Да? То есть мы бы не смогли просто такой большой объем сделать личными продажами. Потому что один человек никогда не продаст сколько 10 человек, а 10 человек никогда не продадут столько, сколько 1000 человек купит себе. И в этом и заключается смысл бизнеса. То есть не пытайтесь построить бизнес на продавцах. Они могут у вас быть действительно эти продавцы, они появляются естественным путем. Но бизнес строится на том, что 1000 человек покупали себе. И в этом и есть, скажем, основной подход к нашей модели. То есть мы создаем огромное количество потребителей, которые покупают себе. И наша задача, чтобы люди, покупая себе, пользовались продукцией, которая им нравится, которая им подходит по цене, по качеству, и чтобы они эти покупки делали регулярно. И если у вас появляется такая команда или структура лояльных потребителей, вы увидите, что это очень стабильно. То есть вы не сможете заставить людей перестать покупать продукцию компании Reflame.
Понимаете? То есть вот у меня сейчас там больше 15 тысяч человек. То есть я не могу сейчас заставить людей перестать покупать эту продукцию. То есть я, может быть, одного смогу или двух смогу. Но как заставить 15 тысяч, да, человек перестать покупать? Потому что есть огромное количество людей, которым просто и продукция настолько нравится, то есть она им настолько подходит, они видят в этом столько плюсов, да, что их просто уже за уши не оттянуть. То есть я работаю 6 лет. То есть моя, скажем, история такая, что вот в марте будет 6 лет. Как я работаю и, в принципе, приглашаю людей. Да. Итак, понятно, откуда деньги берутся. Да? То есть большое количество людей делают какие-то покупки. Сумма этих покупок превращается в большой товарооборот, с которого мы получаем зарплату. Что меня мотивировало вначале? Ну, меня мотивировало то, что я увидел здесь перспективный бизнес. То есть я пришел построить бизнес изначально сразу. То есть я, скажем, увидел то, что здесь можно за много лет большого результата добиться. Итак, ну вот вам реальные, скажем, цифры, сколько зарабатывают люди в зависимости от товарооборота. Итак, например, вы новичок, и вы пришли. И на первом этапе у вас небольшое количество людей, либо вообще никого, и оно постепенно начинает расти, и вот уже 6 тысяч товарооборот, который превращается в первую зарплату, скажем, там 100-200 рублей. Через какое-то время количество людей увеличивается, они делают больше покупок, и, скажем, там 13 тысяч рублей уже превратится в 800 рублей зарплату. Но наша цель, скажем, высокий доход, и мы сразу будем планировать, чтобы под вами была группа не меньше, чем 225 тысяч рублей, а я говорю всегда 300 тысяч рублей. Чтобы зарабатывать 40 тысяч рублей в месяц, нужно, чтобы под вами был товарооборот 300 тысяч рублей. Эти 300 тысяч рублей будет делать структура, примерно 500-700 человек, которые будут делать регулярные покупки. Кто-то будет делать каждый там каталог, кто-то будет делать раз в 2 месяца, да, кто-то может раз в 3 месяца. Но это статистика. Статистика такова, что 500-700 человек в вашей структуре, скорее всего, принесут вам доход в среднем 40 тысяч рублей в месяц. Вот примерно так, такую картинку в голове держите. То есть первые вот эти маленькие товарообороты, вы еще учитесь. Вы пришли сюда, и у вас постепенно растет товарооборот. И, соответственно, он не может сразу вырасти за первый месяц очень большой. То есть у меня первые 3 месяца 0 было для сравнения. Ну, если у вас есть там возражения по поводу пирамиды, давайте попозже отвечу, если время будет. Дело в том, что в нашей системе возможно свой доход запланировать самому. Скажем, есть среди вас люди, которые, скажем, хотят зарабатывать там 3, 4 или 5 раз больше, чем сегодня, и не знают, как это сделать. Есть у вас как бы, желание зарабатывать несколько раз больше, чем сегодня. То есть, скажем, вы работаете на работе и зарабатываете 20 тысяч. А хотите зарабатывать 100 тысяч, но не знаете, как это сделать. Вот для большинства людей, в принципе, вот это вот основная проблема, и у меня в свое время была тоже такая проблема. То есть я знал, как зарабатывать там, например, 50 тысяч рублей. Да, я знал, как зарабатывать, там, у меня даже получалось 100 тысяч рублей в месяц, 6 лет назад. Но я не знал, как зарабатывать 300 тысяч в месяц. То есть вот 100 тысяч, я там понимал, что вот если я с утра до вечера работаю, пашу, да, я на такую зарплату могу выйти. Но как зарабатывать в 3 раза больше, у меня представления в голове не было. Да? Так вот, сейчас я понимаю, да, то есть система наша таким образом выстроена, что вы можете увидеть, и через какое-то время вы это увидите, что вы четко понимаете, сколько и какой объем работы нужно сделать, чтобы зарабатывать 100 тысяч, 200, 300, 400, до очень высокого уровня. Да? Просто вы будете четко видеть, что вот, чтобы там зарабатывать 100 тысяч там, рублей в месяц, мне нужно там отпахать 2 года. Да?
То есть вы сами для себя темп там определяете, да, то есть и вы четко понимаете, что многое работая вот в этом направлении, ваш доход будет таким. Если вы будете захотеть, скажем, 300 тысяч зарабатывать, вы тоже четко можете увидеть, да, что вот здесь там за 5 или даже за 10 лет, да, то есть вы будете понимать, как это происходит, откуда берутся деньги и почему этот доход здесь видно, да, то есть видно перспективу. И вот это для меня было очень большим, скажем, аргументом заняться этим бизнесом, потому что я видел перспективу. Да, я видел, что через месяц нельзя там 300 тысяч зарабатывать, но я видел, что через 10 лет точно, да, можно зарабатывать. Хотя до этого я 20 лет отпахал в своем бизнесе, и я там не видел вообще, то есть я перспектив там вообще не видел. То есть я уперся в этот потолок, да, и только от этого потолка вниз отскакивал. То есть мой доход только, там, скажем, уменьшался, да, силы кончались, у тебя уменьшался. Здесь же система настолько мне понравилась, что когда за единожды проделанную работу ты можешь получать деньги потом много раз, и просто выйти на какой-то уровень дохода, грамотно построив структуру, продолжать получать за это деньги. Да, это, скажем, нужно учиться, да, потратить несколько лет, но оно того стоит. Вот то, что меня лично привлекло. Итак, кто же вам будет помогать? Ну, во-первых, конечно, компания сама помогает, то есть и очень сильно, то есть огромное количество подарков вашим людям, которые будут делать покупки, и им компания делает подарки, и вам за это платит деньги. Огромный сайт, да, который работает в реальном времени. То есть все покупки, которые делают люди под вами, видно сразу, как только они их делают. То есть вы прямо вживую можете видеть, как растет товарооборот в вашей структуре, все люди, которые регистрируются, что-то покупают, вы все это видите на своей странице в автономном режиме, скажем так, в реальном времени. Компания Reflame – это единственная компания в России, у которой своя доставка. То есть логистика организована настолько классно, что сегодня 4500 офисов по России практически покрывают на 90% все население России, где доставка уже осуществляется. То есть, когда вы приглашаете человека, вы на 90% уверены, что у него рядом с его домом где-то есть пункт Reflame, где можно получить продукцию, ему компания туда приведет. В Украине то же самое. Да, то есть в каждом крупном городе, в каждом среднем городе, скорее всего, в каждом мелком городе. Да, есть уже доставка. Бухгалтерский учет автоматически за вас проводит компания, все это считается там компьютером, пусть бухгалтерия выплачивает деньги, просчитывая, сколько вы заработали. В общем, это вам заморачиваться не нужно. Да? Очень большой плюс – это ответственность за продукт. Если человек, которого вы пригласили, купил какую-то продукцию, ему она не понравилась, он может вернуть ее обратно. То есть ни один магазин так не сделает. То есть мы работаем с производителем напрямую. То есть компания Reflame имеет свои заводы по производству этой продукции. Поэтому производитель спокойно назад забирает продукцию, даже если вы ее купили и вам не понравится. Да, вот даже до такого можно дойти. Да, то есть, скажем, ни в одном обычном магазине такого нельзя сделать. Да, тут компания идет всегда навстречу своим дистрибьюторам. Ну или, скажем, вы кому-то сделали заказ, например, и человек у вас заказ не выкупил, вы можете отправить обратно в компанию. То есть, вот, например, такой вариант. Едем дальше. Поддержка спонсора. Да, что это значит? Когда вы приходите к нам, и, как я сказал, самое сложное – это рекрутировать, это регистрировать людей, и, скорее всего, у новичка это не получается. Поэтому на первом этапе, когда вы еще новичок в нашей команде, мы под вас строим вам команду. То есть мы рекрутируем людей, регистрируем их под вас. То есть пока вы учитесь, на это уходит несколько месяцев. То есть под вами группа растет за счет того, что вышестоящие спонсоры помогают вам эту группу построить. Это очень классная поддержка, и это очень сильно мотивирует многих новичков. Да? Потому что мы показываем людям, что этот бизнес действительно работает. Что приходя к нам в команду, если у вас не получается, это не значит, что, скажем, бизнес плохой, да, не получается. Это значит, просто у вас не хватает навыков, но мы вам помогаем. Под вами продолжает расти структура, даже если вы не проводите ни одной регистрации. Мы продолжаем строить и помогать вам эту группу строить,
до тех пор, пока либо вы не научитесь, да, либо эта группа уже под вами не начнет работать самостоятельно, и уже не надо ей помогать, она в любом случае будет расти дальше. Поэтому многие вот это прочувствовали, новички, я думаю, да, вот этот момент, когда вы приходите, под вами растет группа. Вы видите действительно реальную помощь. Так, если зависло, давайте паузу сделаем. Ага, ну я думаю, нормально у других. Отлично. Итак, далее. То есть система построена у нас таким образом, что пока вы новичок, вы только учитесь, встречи сами даже не проводите. То есть это значит, что вы приглашаете и только слушаете. И чтобы научиться проводить такую презентацию, как я, например, сейчас, да, нужно послушать много-много раз. Презентации бывают разные. То есть бывают индивидуальные презентации, бывают групповые, как сейчас презентации. Мы вас будем этому учить. Да, то есть, но на первом этапе мы для вас, для всех ваших людей и новичков ваших новичков мы проводим презентации, потому что это эффективнее, да, то есть мы это лучше делаем. И автоматически обучаем вас, когда вы это слушаете. Плюс у нас организованы командные чаты, то есть когда вы пишете, у вас есть какой-то возник вопрос, и если спонсора нет под рукой, то в чате может ответить каждый, да. И, соответственно, намного быстрее вы получаете ответ от того человека, который сейчас в данный момент доступен и видит ваш вопрос. Поэтому помощь зачастую 24 часа в сутки, потому что большая команда, разбросана по разным часовым поясам, готова вам всегда помогать. Да, на балконе у меня кабинет. Кто-то смотрит на видео. Едем дальше. Программа лояльности – это те самые подарки. То есть, придя в компанию Oriflame, что-то начиная себе покупать, даже небольшие маленькие покупки, потом превращаются в подарки. То есть, сумма всех ваших покупок суммируется, превращается в баллы лояльности, которые вы можете накопить и превратить в либо маленькие, либо большие подарки. Вот до всякой бытовой техники. Там вот недавно в подарке были кофеварку можно было получить в подарок за 500 баллов лояльности, что, в принципе, наверное, мало кто может себе любой какой-то магазин позволить, да, то есть достаточно серьезный дорогой подарок. Так, меня там уже торопят, ладно, это пропустим, не сильно важно. Есть система специальной поддержки у компании Oriflame для тех, кто любит продавать, несмотря на то, что мы вас зовем не продавать продукцию. Но, как показывает практика, в команде всегда появляются люди, которые реально любят это делать, и они делают большие баллы. И если человек начинает делать 150 баллов и больше, компания еще за это начисляет дополнительные деньги. Сначала это небольшие, там 200 рублей, потом уже более существенные. Скажем, там человек, который делает 450 баллов, помимо 18%, которые он зарабатывает, он еще получает 1500 рублей от компании бонусом дополнительно. Для очень мелких населенных пунктов, где деревни, где, скажем, эти 3-4 тысячи рублей уже являются доходом, в принципе, очень актуально. То есть там, где любят продавать, и это легко. Да? Сейчас отвечу на ваш вопрос. Буквально потерпите. Итак, что же вы получите в результате? Вы получите действительно растущий доход. То есть вы можете свой доход увеличить, пока сами не становитесь. То есть сами планируете количество выращенных групп, определяет ваш доход. Вы получите кучу подарков. Подарки от компании реально прямо с самого первого дня за все подряд, за то, что вы что-то покупаете, за то, что вы приглашаете людей. В общем, подарками заваливают. Через какое-то время, примерно через 2 года, вы уже можете рассчитывать на путешествие за счет компании. То есть, придя в нашу команду, и как показывает практика, за 2 года можно вырасти до уровня золотого директора, и за это компания начинает каждый год возить на море. Ну, скажите, на какой работе есть такие бонусы, да, где вас везут в 5-звездочный отель с проживанием, с питанием? Куча признаний. Да, опять же, если вы растете, вы всегда растете, вас постоянно приглашают,
на сцену, вас поздравляют, вам дарят чеки, вам дарят цветы. И через какое-то время более серьезные подарки в виде признания, то есть, скажем, там банкеты за счет компании, то есть рестораны за счет компании. Все это вы получаете и уже достаточно быстро. Кто-то у нас уже это через полгода начинает получать, через год уже большинство людей почувствовали это на себе. Далее, это, конечно, работа в очень сплоченной дружной команде. Вы попадаете в Oriflame. Oriflame это очень позитивные люди. То есть это наша фишка. Да? Есть компании, у каждого свои фишки свои, да, вот Oriflame это все позитивные. Это море юмора, да, постоянно все на позитиве. То есть у нас нет места, скажем, нытикам там, которые постоянно ноют, на что-то жалуются. Наша задача, чтобы у людей было всегда хорошее настроение и позитив. Бизнес, который помещается в ноутбуке, я уже сказал, это вы когда берете подмышку, уезжаете на море и можете работать оттуда. Ну и, конечно, это новый стиль жизни, это новое общение, это новая работа, это не надо, когда вставать по утрам, бежать на работу. Уже через 2-4 года вы получаете действительно такой стиль жизни, который, ну, просто меняет у вас в голове представление о работе. Многие это у нас уже имеют, и очень приятно вот новых директоров там и лидеров, которые буквально недавно вышли на этот уровень, спрашивать о том, как ты помнишь о той работе, где ты работал раньше. И вот люди увольняются и вспоминают просто как страшный сон. Да, когда здесь доход уже под 40, 70 тысяч, 80 тысяч рублей, и до этого человек зарабатывал там от 8 до 15 тысяч рублей, да, а сейчас начинает получать просто в разы больше, при этом работает из дома и куча позитивного общения. Это действительно так, многие это на себе уже чувствуют, я думаю, люди это могут подтвердить. Итак, мы придумали новую систему работы, работаю с компанией Oriflame. Если раньше мы работали на промостойке, там с раздавашками, в офисе, приглашали людей, то сейчас мы все можем делать из дома. Как вы видите, я сижу дома, работаю отсюда, и все вебинары и встречи мы проводим, не выходя из дома. Да. Если раньше мы работали только в своем городе, либо в ближайших населенных пунктах, то сегодня наша команда, это уже огромное количество городов и даже стран. У нас есть люди, которые работают за 1000 километров от нас, и они в нашей команде. И мы с ними на связи, мы с ними работаем, вместе бизнес строим. Все это реально получается. Дистанционно управлять командой, да, получается, неважно, в каком городе ваши люди. У нас есть люди, которые в других странах работают, из Таиланда работают, на Кипре у нас есть директор, который работает. И даже там, не говоря о том, что там соседние города, там Украина, Казахстан и так далее. Так, вот меня уже, короче, заставляют выходить. Ну ладно, я все расскажу. Итак, смотрите, для тех, кто любит цифры, мы начали проект в июле 2013 года. То есть на тот момент лично у меня, то есть я говорю только о своей команде, то, что было подо мной. Лично у меня было два директора в команде, то есть я еще плюс один, да, директор. Мы работали 4,5 года до этого офлайн по старой системе. Товарооборот в команде был 450 тысяч в 3 недели, и структура примерно 1500 человек. То есть это мой результат был за первые 4,5 года работы в Oriflame без интернета. А к декабрю 2014 года в моей команде уже 23 директора. Для сравнения, 17 лет в Барнауле, за все 17 лет выросло 30 директоров всеми командами вместе взятыми. Товарооборот у меня в декабре, сейчас уже больше, в декабре был за 3 недели 5 миллионов 300 тысяч. За последние 3 недели у меня был товарооборот чуть меньше 7 миллионов рублей. Да, для сравнения, да, то есть продолжает расти. На декабрь 2014 года у меня структура уже была 15 тысяч человек. Это 10 раз больше, чем 1,5 года назад. Да, в 10 раз больше. Товарооборот, как вы видите, больше, чем 10 раз увеличился. Сегодня мы стали самой быстро растущей командой в России. То есть, что это значит?
То есть такого роста по товарообороту и по количеству директоров, и по количеству уровней нет ни у кого. То есть мы действительно сейчас очень крутые. Мы наткнулись на систему, которая дает сумасшедшие результаты. Поэтому вы можете, скажем так, в следующем или в конце года стать частью вот этой огромной команды, то есть огромной команды растущих лидеров, директоров, и уже входить вот в эти цифры, которые мы будем через год уже другие озвучивать. Да. Итак, если вы решили принять решение, да, то есть если вы еще новичок, вы сомневаетесь, уверяю вас, даже если вы сомневаетесь, можете начинать, ничем не рискуя. То есть у вас нету, в принципе, нечего терять. Мы от вас просим только ваше время и вашу голову. То есть приходите, учитесь, задавайте вопросы, вникайте, пробуйте. То есть это не финансовая пирамида, где надо вложить там 1000 рублей или 10 тысяч рублей и так далее. Ну вот, меня уже выгоняют. Задать вопросы спонсору. А сейчас будет следующий спикер. Так. Ну ладно. То есть если, друзья, у вас есть вопросы, сомнения, можете, конечно, писать в Skype вашим спонсорам, либо найти нас. Вам наш Skype дадут. Не буду сейчас писать. Отключаюсь. Даю возможность выступать следующему. Все. До свидания.